Вот был я 11 числа. Понимаете, в такой грубой форме они разговаривали. Она стояла передо мной. В одной руке стакан чая, в другой булку. И кусает, вот так стоим, понимаете, никакой этики, никакого уважения к возрасту. Мы же их кормим, по сути, понимаете, относятся так, как будто мы тут их нахлебники.